Всем доброго времени суток. Попробовал я поработать с оргстеклом, сделать четочки из оргстекла. Процесс не снимал, поскольку никогда не работал с таким материалом. Тут, конечно, возникли маленькие нюансы. Звенья, в принципе, обработать не составило труда, снять фасочки. Но вот со склейкой оргстекла возникли проблемы. Как видите, не все так просто. Паучки получились неплохие, в принципе. Но вот поэкспериментировать со склейкой оргстекла дихлоретаном стоит еще. Это были не первые концевики. Первые были вот такого плана. Одного я делал с паутиной, но дихлоретан разъел. И во втором тоже не совсем получилось. Мутновато получилось. Ну и, соответственно, из-за того, что не получилось склеить идеально, не получилось сделать монолитно. То есть при шлифовке и полировке остались стыки. Вот это вот были первые, которые я на них делал. Потом попрактиковался в склейке. Вроде как почти получилось сделать бесшовную склейку. Но когда делал уже вот эти, все равно закосячил. Ну, в принципе, это первая проба сделать из оргстекла. Думаю, может быть, заказать эпоксидные смолы, попробовать на эпоксидке прозрачной. Возможно, результат будет получше. Но также еще стоит поработать и с дихлоретаном. В первый раз, когда я склеивал вот эти, добавлял не слишком, то и много стружки сюда от оргстекла. Во второй раз добавил побольше, получилось получше. Думал, получится так же само и с этими. Но тут, видимо, 50 на 50. В общем, стоит практиковаться дальше, поскольку довольно-таки интересная тема с вырезанием самих паучков в оргстекле. Кстати, потеки появились уже на следующий день, когда я обрабатывал, то есть сегодня. Вчера я склеил, сегодня обрабатывал. Черных подтеков не было, то есть это были пустоты. При обработке на наждаке, видимо, разогрелась заготовка. И чернила, да, это с гелевой ручки я красил чернилами. Нужно гуашь заказать будет еще для этого дела, для покраски. Чернила поутекали в пустоты. А так оно было идеально все прозрачное. Ну, в принципе, для первого раза пойдет. Для тренировочных четочек. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Удачи.